где-то здесь внизу. Простите, ребятки, не успел начать запись вовремя. Картера из дыры. Четвертый, если ты считаешь сбитый космолет в Перу. Что за херь с этим парнем? Теперь я в смятении. Маккартни был мертв? Так и есть, отец. Ментал заменил его улучшенным алудранским рептилоидом как раз перед восьмым альбомом. А Элвис? Жив и здравствует. Ясно. Но как это связано с нашим спасителем, Иисусом из Назарета? Если расшифровывать книгу Откровений при помощи шифра Кодекса Рахонца, отсылаясь к рукописи Войнича, ты найдешь текст к песне Элвиса. И, конечно, они зовут его королем. Совпадение? Не думаю. У меня нет слов. Нет слов, херню какую-то несут. Да, падре. Простите, что вам пришлось застрять с ним. О, глупости. Наша беседа была прямо «заговоришься». Ладно, Родригес, вытащи их, я займусь остальным. Отец, как мне достать эту штуковину? На самом деле мы ищем... Приветствую всех зрителей канала «Игрушки Сириус М4». Они приведут нас к нему. Глава 7. Кто-то там про чужой монастырь. Блядь, ну это же сингулярити, ребят. Это просто сингулярити. Это та же локация, те же монстры на этой локации. Грааль способен исцелять раны мира. С ним мы можем устоять перед атакой этого ложного бога на нашу планету. Или же еще аналог Half-Life. Музыка для моих ушей. Где найти эти письмена? Ну, вот так точняк сингулярити. С Валькирией, когда мы там шли по канализации, ей было. Кто? Так, я так понимаю, я что-то очень интересное пропустил, да? О, нифига себе, классная смена. Это интересность у нас тут начинается. А ну-ка, давай двоих сразу. А, нихера. Блядь. Ух ты, сука. Так, ну здесь я защищен, как бы, от снайперов-то. Не, нихера не защищен. Ну, по крайней мере, теперь я его увидел. Минус. Так, идет на мосту. А сам плавает? О, сам плавает. А враги плавают? Так, вон того надо привлечь. Иди сюда. Мало того, что он плавает, так он еще и пистолет, он брез держит. Да ладно. Мне просто интересно. Как он так бегает по воде? Что происходит? А, здесь невидимая стена. И течение. Ну, поплыли. Вопрос только в том, смогу ли я потом выбраться отсюда. А нихера, как он подпрыгнул. Как он такой в воде подпрыгивает? Здесь дно есть? О, здесь даже дно есть, надо же. Интересности какие. Так, плавать я могу до бесконечности. Опа. Бля, мне показалось. Тут есть момент, что неужели мы должны были пробежать все это без врагов?
Что это звук? О. Рыцарь Габриэль. А это что? И Санандр. Во, здорово. Сеньор, пожалуйста. Ну ты как выжил-то? Сеньор, сеньор, моя дочь Габриэла. Она ученый. Работает с сопротивлением. Но вчера она ушла в лабораторию и не вернулась. Или в запой. Можете проверить ее, пожалуйста. Я пожилой человек. Сам я не смогу. Без проблем. Без проблем, погнали. Где ваши... А сюда нам для чего-то, бля? Опа. Ух ты, тут такой. А, блин, нам и с той стороны. А, это один, походу, просто вокруг дома обход. А нет. Просто там соединились. О, блин. Ярлычки. Поэтому я подумал, что нам в ту сторону, но можно и в эту пройти. Какие-то странные миньоны. Так, там какие-то звуки. Уже нам намекают, что сейчас что-то будет. Можно вот этот вот. В прошлый раз его не особо в прошлой серии то заценили. Хотя вроде он был неплох. Херня получается. Где ты, тварь? Кто-нибудь ее видит? Болят. Так, я так понимаю, это вообще нет смысла никакого, да? Или он был? Так, у нас здесь с вами есть интересные враги. Держи. Ну, можно уходить. Так, куда? Он нам не туда. Ой, а еще туда. Обычно, если красный вентиль, значит, надо покрутить. Что, по зеркалу не залезешь, что ли? Ну, ты и обувь, конечно. Что за звук? Блёрт. Ниху себе, ребятки, что это вы там? И не помнишь, что ли, тварь? Сука. Усюка. Я не помню, как я до этого это уничтожил. Так, ну уже в принципе не важно. Фейерверк, ребятки. Как интересно, мы обменялись с ним любезностями. Не то. Патрончики потихоньку-то имеют свойство заканчиваться. Надо бы подобрать где-нибудь. Ты чё?
Это барабан, ну тоже пойдет. Была бы еще прикольная система, если ты отбегаешь от вот этого ярлычка, ярлычка обозначения, что нам сюда, в обратную сторону, то при следующем приближении к нему волна снова спавнится, чтобы назад не бегали. Я не хочу туда. Но если тут дают ракеты... Бля! Это твой звук, что ли, был? Я-то думал, нам сейчас там наваляет какой-нибудь. Это есть в лаборатории? Ну ты петух, блядь. Ой, это что это за? Какие они страшные. О, хоть где-то этот дробовичок полезным стал. Так, есть, вижу. Все, что мне нужно, все видим. Нихера себе. Слушайте, а мне интересно стало кое-что. Можно ли... Ух ты, сука, а? Я хочу на стеллаж запрыгнуть. Да, блядь. Мне кажется, ли он сквозь него пробегает? Да. Понятно, понятно. Спасибо большое за то, что уделили мне время. Мы вам обязательно перезвоним. Так, опять-таки бронька и ракеты, значит что-то очень-очень интересное. Так, зеленая дверь, которая закроется, когда мы зайдем, да? Нет? Где барабан был? Максимально. Ну, есть, то есть. Ты пугаешь-то, мы. Так, надо бы где-то нам... Подожди. Да подожди ты. Как начал. Ебать, это что за... Радостно бежит ко мне. Бежит, видите, а? Где он? Я слышу его звуки. А, вижу. Серьезно, как муравьиный лев бегает. О, мамка пришла. Блин, ну этого врага хотя бы слыхать. Как будто пляшу игрушки. Охуительно. Подбегаешь к двери, она тебе в лицо открывается. Йоу,
Петя просил тебя проведать. Милли Грация, я вам очень благодарна. Наша работа здесь очень важна. Давайте я вам кое-чем помогу. Типа поцелуем? Я имела в виду это. Что, искусственный логин? Лучше? Мне надо идти. Хочу... Ой, извините, пожалуйста. Ой, блин. Что она ему дала? Аив? Серьезно, только ради этого? Ой, вот вы странные люди. Дверка открылась. Проходная. Даже не знаю, радоваться мне или нет этому. Ну, давайте посередине пойдем, что нам терять-то. Кстати, а дробовичок-то дробовичок. Можно и не целиться особо. Там в приближенном направлении просто стреляешь. Угу. Я вас понял. А, блят. Вы как-то близко не ко мне приближаются. Интересно, что когда он один в руке, он еще помпу-то натягивает. А когда их два, то нифига. Блин, не успел в новую стрелять. Они же останавливаются, если им в новую стрельнуть. Дигл в крови. Я вот что интересно. Ага. Карман засунул. Ого, блядь. А как ты выжил? Да, это не то убойное оружие, которое нам нужно. А вот это то. Так. Где еще один? Что-то еще заполнилось? Да, блядь. Какой же ты. Такие чисто отвлекающие маневры там по бокам бегают. Ой, прости, пожалуйста, не попали дважды. Везучий ты сегодня. Так, ну я думаю, есть смысл вот так вот сделать. Раз уж, ну мы же заслужили, мы же тут немножечко поразвлекали. Никого нет? Ворота зеленым горят, все великолепно. Но все-таки я не могу понять, или же я отвык от серии Serious Sam, или же здесь поменьше вот этого вот экшоня, который был присущ серии в начале 2000-х. О, наша остановочка, кажется. Нихера. Так, ну если... О, блин, кстати, здесь два варианта. Либо мы будем бегать и перезаряжаться, либо будем на быках кататься. Не, на быках кататься не будем.
Даже не знаю, что лучше. Это же мне очень интересно. На тент можно ли запрыгнуть? И там нам что-то удается. Я так понимаю, что на мосту должна быть какая-то бойня. Потому что иначе какого бы хрена нам так раскидали. То 42. Есть машина, на которой мы можем отстреливаться от условных врагов. Ага, и шлем. 152. Ох, сейчас я отхвачу-то. Как раз таки в Siberian Mayhem дополнение к Series M4 была подобная фигня. Ну, загрузочка, естественно. Куда же без этого-то? Это что это? Ой, что это? Что ты себе позволяешь? И все? О, еще один. Думаю, есть смысл немножечко вот так сделать. Прорядить стая, так сказать. О, нихера, ты-то оттуда вылез. О, он сразу на всех. Он даже еще молоточек решил поднять. Нихера, какой смелый. Это что такое? Сука, я думал, бронька опять. Почему он вот это не нацеливается? Вот там на всякий случай. Сколько у меня 44 ракеты? Он попал. Инка, ребятки, one moment. Так, мы поднялись там, пробежали здесь, пробежали сюда, и понятно. Патроны для снайперской винтовки. Серьезно? Здесь и была миссия для снайперской винтовки, что ли? 500 метров. Червяки Армагеддон. Ой, вот это интересно. Эй, там кто-нибудь есть? Мне нужна помощь с этими червями. Чего? Ага, да, герой. Мне нужна помощь с этими червями. Когда я был мелким бомбино... Найти какую-то херню с какими-то червями. Если погибнешь, твоя жертва не будет напрасной, здоровяк со стволом. Спасибо. Нет? Ну, сук. Ну так-то. А так их четверо здесь было. Не зря я там, походу, огрел их стоял. Так, черви, я так понимаю, это которые металлические летающие составные из звеньев.
Ай, бля. О, радость это сзади него прыгать со стволом. Так, ну я думаю, есть смысл сделать вот так. Уже бронька раскидана. О, бля. Так, кстати, хороший вариант. Сейчас бегаем, собираем патроны на... Что? Ебать. Я так понимаю, я сам себе опять подставил, да? Может, там еще кто-нибудь завалялся? Раз они все на эту фигню поддаются. Так, это что, это какая-то арена? Ну, как бы похоже, но вроде бы нет. Охренеть, на шлем в музыку. А, это не шлем. Это коробка. Коробку подбираешь, дают броню. Вот это я понимаю. Да, отстаньте от меня. Мы будем здесь отлавливать их. Вы их слышите? Сук! Где он, где он? Вон того у меня. За, ты не умер, что ли? Я ж тебя ракетами лучше. Так, мне нужны вот эти ребятки, потому что они могут мне помочь в плане детонации при попадании. Не... Валят, не попал. О, отлично. Ты чё тут спринтер на перегонки со мной, что ли, решил? Нихуя себе. Ты слишком дохрена, по-моему. О, хорош. Ну, эта штука... Слушай, а сколько у меня? А, у меня ее почти не осталось. Ути-пути, мне хана. А черт ты где? Я ж помню, что был червь. Мне сказали помочь с червями. А где он? Блин, серьезно, мне никто люлей не вставит? Погодите-ка, разве Буэна не по-испански? Слушай, тебе не плевать ли? Так, мы пришли, туда пошли, да? Правильно я понимаю? Где-то я это уже видел в одной из серий, в окончании одной из серий. Давайте на этом моменте попрощаемся и встретимся в следующей.